При всей драматичности, глубокой, очень правильной, интенсивно выверенной национальной драматичности, Николай Михайлович обладал блестящим, подчеркнуто блестящим чувством юмора. И сейчас есть у нас уникальная возможность послушать его живое исполнение. Он аккомпанирует себя на гитаре, насколько это у него получается. Я думаю, что все в совокупности вполне прилично. «Жалоба алкоголика» исполняет Николай Михайлович Рубцов. «Жалоба алкоголика». Ах, что я делаю? Зачем я мучаю больной и маленький свой организм? Так по какому же такому случаю? Ведь люди борются за коммунизм. Да по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм? Скот размножается, пшеница мелится, и все на правильном таком пути. Так замети меня, метель не делится. Ох, замети меня, замети. Так и замети меня, метель метелица. Ох, замети меня, замети. Я пил на полюсе, пил на экваторе, на протяжении всего пути. Так и замети меня, замети. Честь и хвала этим людям, которые оставили его неповторимое исполнение, его Божий голос. В провинциальном магазине, увидев яйца в корзине, мы подошли к кассирше Зине. И так сказали Розине: какого хрена ваши яйца гораздо мельче, чем у зайца? Она ответила, не глядя: зато крупнее ваших, дядя. Куда пойти бездомному поэту, когда заря опустит алый щит? Знакомых много, только друга нету, и денег нет, и голова трещит. Когда я буду умирать, а умирать, конечно, буду, ты загляни мне под кровать и сдай порожнюю посуду. Возможно, я для вас в гробу мерцаю, но заявляю вам, в конце концов, я Николай Михайлович Рубцов. Возможность трезвой жизни отрицаю! Я иду с гармошкой по деревне, с краснозвездной шапкой на бикрень, и от страха около деревьев носом чуть не врезался в плетень. Бегают вороны по сугробу калитки, хрипло лает пес.
Девушка как будто с перебору мне кричит: «Не падайте, матрос!» Отвечаю я, смущенный очень: «Простите, девушка краса». У нее сверкают гневно очи, русая до пояса коса. «Милая, простите, повторяю, извините, если что не так. За 3 года первый раз гуляю, веселюсь, как истинный моряк». Девушка поморщилась с досады, тихо мне сказала: «Ты не прав». И пошла, повиливая задом, навсегда меня очаровав. Я остался около деревьев и, конечно, понял в этот день, что позорно шляться по деревне с краснозвездной шапкой на бекрень. Мое слово верное прозвенит. Буду я, наверное, знаменит. Мне поставят памятник на селе. Буду я и каменный на веселе. Друзья мои, это грани таланта. Из истории не вырвать страницы, из истории жизни, биографии человека неординарного, выдающегося. Сегодня у каждого из вас спасибо вам большое, что вы нашли время в крещенские морозы приехать на зов сердца, на эту теплоту, на эту оставшуюся человеческую роскошь, чтобы пообщаться с классиком, с гением. Он нас не слышит из своего далекого далека. И, конечно, это несомненно, друзья мои. Песня премьерная. Мне тоже очень интересна ваша реакция на эту песню, на стихи Николая Рубцова, автор Игорь Воронцов. Зенит. Полетели мысли отдыхать в тихий свой таинственный зенит. Полетели мысли отдыхать. Память отбивается от рук, молодость уходит из-под ног. Солнышко описывая круг, жизненный отсчитывает срок. Солнышко описывая круг, жизненный отсчитывает срок. Но очнусь и выйду за ворот, и пойду на ветер, на кос, от печали. Карману не звенит, стукну по-другому не слыхать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Но очнусь и выйду за ворот, и пойду на ветер, на кос, от печали пройденных дорог, шелестеть остатками волос.
Спасибо! Спасибо! Председатель Совета ветеранов города Новодвинска Виктор Васильевич Доронин. Моя племяшка, почетный гражданин города Архангельска, которому никогда не подойдет приставка «Экс». Павел Николаевич, дайте скажу. Я думаю, что если бы ваш ровесник, а не ровесники с Николаем Михайловичем Рубцовым, почти, немножко опережая события, но почти 36-й год рождения, так вот если бы в ту пору наш Балакшин Павел Николаевич был сильным мира сего, он стал чуть-чуть позже им. Я думаю, может быть, и судьба великого русского поэта под сенью дел, как это сделал Сушинов в Вологде, он дал ему квартиру. И последние 2 года Николай Михайлович пожил по-человечески в своей однокомнатной хрущевке. Павел Николаевич Балакшин, аплодисменты! Я займу ваше всего короткое время, немножко простите, пожалуйста. Уважаемый Александр, у нас стала уже традиция ежегодная встреча с этим замечательным, прекрасным артистом, душевным человеком. Саша, я тебе прямо скажу, я вот сижу, и ты мне сегодня сбередил всю мою душу, все мои уголки моей души. Я ухожу отсюда абсолютно одухотворенным. Спасибо тебе, спасибо за твой талант, крепкого здоровья, счастья матушки твоей здесь, она наверняка. А вам, архангелы-городцы, я хочу пожелать счастья и большой любви. Я думаю, что если бы нынешние господа, чиновники наши, сильные мира сего, немножко бы присмотрелись, перечитали заново биографию, замечательную книгу Павла Николаевича «Жизель. Жизнь замечательных людей». Аплодисменты! Тогда бы нам не пришлось, как много лет назад, собирать деньги на похороны в Москве Бориса Вениаминовича Попова. И мы собирали деньги, друзья, здесь, в Архангельске. Человек, который, я считаю, сделал набережную нашу настолько замечательную, мега-архитектуру нашу, он оставил в памяти людей много хорошего, хоть, может быть, есть разные мнения, я допускаю это вполне. Но все-таки мы будем возвращаться к этим людям, и не раз. Но когда похоронить было не на что, вы знаете, наверное, это говорит все-таки о кристальности определенной людей этого поколения. Аплодисменты поколению Рубцова!